Здравствуйте, Константин. Расскажите, пожалуйста, про электровелосипед. Что он собой представляет? Сверхъестественно. Ничего нету. Батарея, контроллер, мотор, колесо в данном случае. В принципе, так, немножко, конечно, смахивает наш режим на веломастеров. С вопросами и ответами. Вы нам продемонстрируете еще один раз подъем на горочку? В этом варианте на данный момент у нас вливается 35 ампер батарейного тока в мотор. По сути, это как бы немного, это где-то на полной зарядке батареи 1,6-1,7 киловатта в этом моторе. Мой вес 90 килограмм, плюс вес велосипеда где-то около 25. Соответственно, сейчас мы будем заезжать на вот эту вот горочку. Как мы видим, погода у нас портится. Чтобы развеять сомнения многих людей, что данным велосипедом надо практически педалями помогать, потому что он сам тронуться не может. И я часто с этим сталкивался, всем надо доказывать, что ни хера тут не надо крутить. И он заезжает и трогается, он заезжает в эту горку без проблем, тем более не тронуться и... Ну расскажите, Константин, как ощущения? Ну, ощущения вообще офигенские. Заезжаешь, тебя так сносит. И, в принципе, даже постоянно сам удивляюсь, что моторчик в таком диаметре, такого маленького размера, и создает такое усилие, чтобы, блин, такого дядьку, как я, блин, 90 килограммов затаскивал эту гору, если сам себя на Ну, мы желаем вам удачи. Честно говоря, не задача. К сожалению, не по силу пока ногам победить электромотор. Это реально тяжело. А уже, наверное, более... в большей степени даже уже и непривычно. Наглядный пример, как это делает мотор, он даже не напрягается. Просто... газу и поехали. Ручку газа поворачиваю где-то на 1/3. То есть сильно не надо газовать. Он заезжает, в принципе, без проблем. Так что всем пока.